что же, будем надеяться, что все будет хорошо. Большой двухлетний на старте. Кенди Сим стартует. Все стартуют. И лучше всех старт принимает восходовский Акванит. Но нет, Кенди Сим. Кенди Сим из первого бокса вырывается вперед. И лидирует в первом повороте. И лидирует с большим преимуществом. Ну, а для начала скачки. Так она здорово, как из катапульты приняла. Посмотрим, что дальше будет делать Мирбек Мамуров. Прошлую скачку выиграли как раз с места до места на Славере. Но что будет здесь? За ним тут же Челленджер Барс. Тут же полевой стороной Кромблейм непобежденный. И Мирзабек Капушев и гастролеры Чеченской Республики Рокки Крид. Рокки Крида сейчас обходит Кингбой. Скачку ведет Кенди Сим по противоположной прямой. Рядом с ним полевой стороной непобежденный волгоградский Кромблейм. А остальные тут же кучно. По самой бровке идет Кингбой. Смотрите, смещается в поле Мирбек Мамуров. То ли кобыла валится, то ли он делает это специально, потому что там полегче. Ну, посмотрим. Кенди Сим лидирует в последнем повороте. На втором месте Кромблейм. Тут же Челленджер Барс и по бровке самой бровки Кингбой под седлом Айдамира Шегушева. Компания сейчас атакует кобылу. Вперед пытается выйти Челленджер Барс. Тут же Кенди Сим и по самой бровке Кингбой. На третьем месте Кенди Сим. Выход на финишную прямую. Челленджер Барс и тут же Кингбой. Челленджер Барс лидирует. Кингбой вторым. На третьем месте Кенди Сим. Кромблейм четвертый. По финишной прямой Кингбой и Челленджер Барс в борьбе за лидерство. Полевой стороной бросок делает волгоградский второй Силк Стори. Челленджер Барс на последних метрах дистанции впереди. Кингбой сдался. Челленджер Барс отделяется от соперников и лидирует на последних метрах дистанции. Челленджер Барс впереди. Там борьба за второе место. Акванит делает бросок, но Челленджер Барс выиграл.